Свыше 400 каспийчан и гостей города приняли участие в обсуждении плана прибрежной территории по улице Халилова в районе банкетного зала «Россия» под руководством заместителя главы муниципалитета Арсена Шерифова. Концепция проекта представляет собой обустройство набережной, парковой и функциональных зон, апартаментов, транспортной развязки и многого другого. Проектировщик Мурат Ширавов подчеркнул, что также предусмотрены велосипедные дорожки, озеленение и повышение качества состояния окружающей среды в соответствии с проектами «Чистый воздух» и «Чистая вода». На слушаниях было отмечено, что общая площадь проектируемой зоны составляет 118 тысяч квадратных метров. Из них площадь застройки составляет 8700. Озеленение территории предусмотрено на 70%. В обсуждении также приняли участие председатель собрания депутатов города Абдулвахид Джаватов, первый заместитель главы Сергей Шахвалиев, начальник управления имущественных отношений Айвар Аливердеев, начальник отдела архитектуры и строительства Наби Амиров, общественники и многие другие. Представители администрации выслушали все предложения каспийчан, а также отметили, что все пожелания будут проанализированы. По их словам, данный проект – это не окончательное решение. Сейчас он отправлен на доработку. В 2024 году будет повторное обсуждение по утверждению проекта.